Мы ведем войну. Но пока на этой войне не задействованы войска. Наше главное оружие – информация. Произошло нечто важное. Мы схватили советского шпиона. Вы будете его адвокатом. Я страховой юрист и давно не занимаюсь уголовными делами. И многих шпионов вы защищали. Для нас обоих это первый опыт. Будьте осторожны. Люди боятся этого человека. Он угроза для нас всех. Как будут смотреть на семью того, кто пытается освободить предателя? Каждый имеет право на защиту. Каждый человек важен. С этого момента вы не называете У-2 самолетом-разведчиком. Вы будете вести аэрофотосъемку советской территории. Советы схватили нашего пилота-разведчика, который слишком много знает. А у нас их шпион. Мы хотим, чтобы переговоры об обмене вели вы, а не официальные лица. Вы можете предотвратить ядерную войну с Советским Союзом. Я говорю о безопасности нашей страны. Где они хотят провести переговоры? В Восточном Берлине. Скажи, что тебе ничего не угрожает. Дай мне хоть какую-то надежду. Я делаю это ради нас. Есть несколько способов попасть в Восточный Берлин. Нормы права там не всегда соблюдаются. Старайтесь не общаться с людьми. Вы там чужак. Договариваться будем мы, раз наши правительства не могут. Гражданина Америки там запросто могут задержать. Не приближайтесь к стене, или вас застрелят. Есть много людей, которые не хотят, чтобы этот обмен когда-нибудь состоялся. Мы его не бросим. Кажется, все стало рушиться. Обязательно будут последствия. Как для твоей страны, так и для твоей семьи. Это должен быть именно обмен. Нет!